И всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 26 июня 2018 года. Я нахожусь на Майдане Незалежності, дом 1Б. Здесь сегодня должен принимать депутат городского совета Медяник Владимир Петрович. Это последний вторник. Ну, по последним вторникам он здесь принимает. С 16 до 17.30. На часах 16.45. Ну, сейчас попробуем выяснить, принимает ли он и что там происходит. Но опять в офисе партии. Ну, сейчас пробуем. Добрый день. Я блогер Александр Демидович. Документ показывать? Пожалуйста. Сейчас здесь должен принимать депутат городского совета Медяник Владимир Петрович. С 16 до 17.30 Майдан Незалежності 1Б. Я правильно пришел? Да. А Владимир Петрович есть? Пока нет. А его сегодня не было здесь? Я не знаю. Я... Ну, это не в вашей компетенции. Просто констатируем факт, что нету человека, да? А никто не записывался к нему на прием? Я не записываюсь, не секретарь. Ага, я понял. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Вы пришли к депутату? Да. Как? На прием Медяник Владимир Петрович. Вы записывались как-то? Предварительно по телефону. По телефону записались, да? Да. Скажите, с чем вы пришли? Мы пришли с просьбой помочь, облагодетельствовать для нашего дома, потому что у нас дом в аварийном состоянии. Что у вас там с домом, не слава богу? Все. Начиная от крыши, заканчивая подвалом. Это на какой улице дом? Это на улице Великотырновская, 27/1. Ага. Да, мы уже приглашали телевидение, ничего не помогло. И каждый день обстановка все ухудшается и ухудшается. Да. То есть каждым днем, особенно с дождем. Вы не против будете, если я попытаюсь с вами к депутату зайти? Мы не против, спрашивайте лишь депутата, бы он был. Если его разрешение. Спасибо. Ну, мне сказали, что в кабинете там снимать нельзя. Подождать на улице, если хочу пообщаться. Но я подожду. Люди пошли туда. Такая тайная организация. Ну ничего, подождем еще. Еще раз добрый день, Владимир Петрович. Вижу, были избиратели у вас вашего округа. Что планируете делать, в частности, с Великотырновской 27? Проблемы. Будем. Знаю точно. Знаете точно? Да. Откуда? Уже знаю. Уже знаю. Со слов? Пока со слов. Зовут. И я со слов. Я пойду тоже. Когда вы планируете туда попасть? Завтра. Куда? Ну, туда, на Великотырновскую. Ну, завтра точно не попаду, с понедельника буду попадать. С понедельника. Да. Ну, я тоже отдельно туда, мне жильцы... Вот мы с разных сторон посмотрим ситуацию. С разных сторон, и каждый даст оценку. Но все равно, что-то будете делать в этом направлении? Естественно, что-то делать. Потому что там с крышей, я вижу, у людей проблема. Вот мы посмотрим. Я понял, вы как специалист примите решение. Ну, меру своих сил. Понял. Спасибо большое. Удачи. До свидания.